каждого человека своя дорога в жизни. Единственная, неповторимая. У Лидии Ивановны Гураль, директора совхоза Малоэшский Аргеевского района Молдавии, тоже свой путь, по которому она шагает в гору, преодолевая подъемы и спуски. Словом, жизнь у нее как жизнь. Все в ней вперемешку. Волнение, огорчение, радость, признание. Пересеяли. Надо же посчитать, сколько мы затрат туда уложили. Во-первых, крайне медленно йод у нас полит. Во-вторых, очень некачественно. Очень некачественно. Чем можете объяснить? Мы надеялись на вас. Вы специалист, молодой, грамотный. Целая бригада мелиораторов. Людей выделяет бригадиры. Но некому руководить. И вот вы проваливаете, нам полив в самую такую тяжелую пору. Вы же видите, какое состояние, какие погодные условия, тяжелые. Почва высыхает, посевы поздние, поэтому мы должны надеяться на полив только. То, что польем, то можем и убрать. Не знаю, как вы смотрите на это, как специалист. Я просила, чтобы вы представили мне предложение. И проект приказа подготовить, мероприятие по улучшению полива. После лесополос всегда их есть. И мы не можем уничтожить, потому что они повреждают надземную часть, листья. А если они только в фазе нити, так этот препарат, он не попадает на растение, он попадает на почву. А он съедает растение. Борис Васильевич, мне не надо объяснять это. Завтра, чтобы посевы были все обработаны. Поэтому, пожалуйста, завтра, бригадиры, вы обследовать все поля. И там, где будут обнаружены долгоносики, в обязательном порядке обработать. Нас спрашивают, в чем секрет того, что мы получаем ежегодно высокую продуктивность животных. Я должна сказать, что секрета здесь никакого нет. И как мы убедились, главное для того, чтобы получить высокую продуктивность животноводства, это хорошая кормовая база. То есть полноценное, бесперебойное кормление животных в течение года. Поэтому вопросам кормопроизводства мы уделяем, если можно так сказать, первостепенное значение. Кормовую базу мы решаем путем интенсивного использования земельных угодий за счет повышения урожайности, за счет совершенствования кормового клина. За последние годы мы стали использовать корм скоту, соевую муку, которая значительно повышает удои и жирность молока. Следует отметить, что на полях у нас широко применяется полив, минеральные и органические удобрения. В среднем за годы пятилетки, десятой, урожайность кормовых культур составила около 80 центнеров кормовых единиц из 1 гектара кормовых культур. Ну и второй вопрос, немаловажный в успешном развитии животноводства, это целенаправленная селекционно-племенная работа, которая ведется в направлении создания
високопродуктивного молочного стада чорнопьострої породи с удоем 5-6 тысяч килограмм молока. В этом направлении работают все наши животноводы. Ну и главный вопрос – это кадры. Мы уделяем большое внимание подбору, подготовке и расстановке кадров. Все производственные участки у нас возглавляют специалисты с высшим и средним образованием. На ферме работает дружный комсомольско-молодежный коллектив, лауреат Республиканской премии комсомола имени Бориса Главана. Здесь работают люди, для которых труд стал жизненной необходимостью. Отсюда и творчество, и тяга к совершенству, и успехи тоже отсюда. А всегда ли так было? Среди тех, кто сегодня участвует в соревновании операторов машинного доения, есть и люди, которые когда-то дружным сомнением встретили предложение директора перейти на механизированную дойку. А теперь они передают свой опыт молодым. Значит, не зря когда-то Лидия Ивановна настаивала, уговаривала, убеждала. Кажется, что у Лидии Ивановны наиболее важным залогом успеха является конкретнейшее знание практической технологии каждого поля. Она знает абсолютно, вместе со специалистами решает исключительно квалифицированно вопросы, какова должна быть технология и какой должен быть набор сортов на том или другом поле. Это первое. И второе, это заключается в том, что она не любит пустую фразу, исключительно добросовестно сама учится и изучает поле и требует это и от подчиненных, от специалистов и исполнителей работы. И когда едешь по полям и видишь эту высочайшую культуру земледелия, которая, значит, есть, это есть, собственно говоря, результат исключительно слияния достижений науки и их материальное, что ли, воплощение на полях совхоза «Малоежский». Молдавский институт животноводства и ветеринарии, научно-производственное объединение «Заря», несколько лет тому назад решил создать овцеводческую ферму в совхозе «Малоежский». Почему именно в совхозе «Малоежский»? Потому что директор этого совхоза – человек ищущий. Он хорошо понимает роль науки на современном этапе развития всех отраслей сельского хозяйства. И не только понимает, но создает все условия для эффективного проведения основных экспериментов. Сейчас мы работаем над созданием поместного стада. В основном комплектуем скороспелыми животными. 2 года тому назад мы провели здесь эксперимент, который показал, что цыгайские овцы при интенсивном откорме уже в 5,5-месячном возрасте достигают веса 36-37, отдельный 40 килограмм. Причем затраты кормов на производство единицы продукции снижаются
на 14-19%. У Лидии Ивановны Гураль есть одна сокровенная мечта – оставить добрый след на земле. И если ей удалось построить жилой дом или дворец культуры, новое здание для детского сада или для других нужд в совхозе, то она считает, что добилась еще одной победы. И каждая такая победа, маленькая или большая, приводит ее к ощущению цельности жизни и своего назначения. Когда я приняла совхоз, хозяйство было на стадии становления. Мы же стали его развивать дальше. Дирекция совхоза, партийная организация принимали все меры, чтобы укрепить материально-техническую базу, создать прочную кормовую базу для общественного животноводства и обеспечить полностью животноводство личного сектора. На этой базе создать высокопродуктивное молочное стадо с удоем 4000-4500 килограмм. Какой сейчас наш совхоз? Сейчас наш совхоз является экономически сильным, с интенсивным развитием всех отраслей сельского хозяйства. Так, если в 1973 году удой на одну корову был 2670 килограмм, то в 1979 году уже надоено от каждой коровы по 4609 килограмм. Прибыль совхоза увеличилась почти в два раза. Рентабельность животноводства возросла с 22% в 1973 году до 75% в 1979 году. А основная наша задача на ближайшие годы – добиться 5000-го рубежа. И есть полная уверенность, что этой цели мы добьемся. Совхоз «Малоежский» – одно из лучших специализированных хозяйств нашего района. Его коллектив из года в год добивается неплохих производственных показателей. И достигается это благодаря высокой культуре земледелия, высокой культуре ведения животноводства, строгому соблюдению технологической дисциплины. Не случайно совхозу уже четвертый год подряд присуждается переходящий красное знамя ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Достижению этих успехов во многом способствует директор совхоза Лидия Ивановна Гураль, которая сумела мобилизовать коллектив на выполнение заданий 10-й пятилетки. Лидия Ивановна была назначена директором совхоза в 1974 году. Пожалуй, тогда мало кто мог позавидовать такому назначению, потому что хозяйство было не из сильных. Сама Лидия Ивановна человек интересный, своим внутренним горением, темпераментом, динамизмом. Она зажигает всех, кто рядом с ней. Она у всех на виду, всегда среди людей. Отношение к людям у нее простое, но без тени панибратства. Со всеми строга и справедлива. Такое отношение директора к работе, безусловно, передается специалистам,
кадрам среднего звена, рабочим. Правда, есть у них немало проблем. И одна из них – это то, что хозяйство располагает хорошей кормовой базой и могло бы значительно увеличить поголовье коров, но для этого не хватает помещений. Сейчас принимаются меры по расширению, реконструкции молочного комплекса с тем, чтобы в ближайшее время увеличить производство молока. На этой земле живут надежные и очень красивые люди. Красивые своим отношением к делу, к долгу, друг к другу. Может быть, поэтому Лидия Ивановна разделяет с ними и горечь неудачи, и сладость побед. Может быть, поэтому она считает, что здесь ее жизнь, ее радость, ее тревоги, ее мечты и ее счастье. Все здесь. Прекрасное время. Счастлива, потому что все мои мечты сбываются. И считаю, что в этом есть мое счастье. Счастлива, потому что еще труд мой. Вот, работа нужна людям. А это главное.